Катя одевается на рыбалку. Ну если мне так удобно. Все нормально. Все в порядке, все нормально. Я беру тебя с собой за селедочкой сегодня. Серебристой такой. Ну что, всем привет. 6 января. У нас 12:05. Озеро Тунайча. Мы сидим где-то в метрах 500 от берега. Погода шикарная, где-то градусов 6 всего лишь. Прям ни ветринки. В прибрежной зоне человек не так много сидит. Вот мы уже с полчаса тут сидим. Ни у кого ничего не ловится здесь. Основная масса сидит там за вторым мысом. Там ловится хорошо. Я в январе здесь впервые. Обычно я на Тунайче закрываю сезон. Это конец марта, начало апреля. И вот в этой прибрежной зоне всегда селедка хорошо ловится. В январе я здесь впервые, еще раз повторюсь. Вот пока ни одной поклевки. Вот у соседа у нашего мы видели. Два раза он что-то достал. И все, как-то вот так. Ну, мы сегодня решили просто отдохнуть, порелаксировать, пожарить мяско. В общем, как-то так. И все. Мы уже все в ожидании зубаря. Припая и беготни. Как-то так. Ну, а пока ждем. Вот, может быть, что-то клюнет. Вот Катюшка сидит там. Мне уже замену нашла. Собака там к ней прибежала, она ее подкармливает. А я вот пошла по лункам гулять. Вот тут парень сидит один, вот тут лунки. Сейчас погуляю, может, где-то что-то клюнет. Время 20 минут второго. Переместились. Полтора часа сидим, ни одной поклевки. Так вот, собака все со мной ходит по озеру. Катюшка тут поляну накрывает. А я мяско жарю. Вот такой у нас импровизированный мангальчик. Как настроение? Отлично, блин, погода вообще шикарная. Настроение хорошее. Отдыхаем в очередной раз. В очередной раз, но отдыхаем. Погода прям вообще релакс, релакс, релакс. Полнейший. Ну, в общем, 2.5 часа просидели. Даже больше, почти 3. Ни одной поклевки. Да что такое было? Да, на улице -3. Пожарили мясо, поели салатиков. Короче, нормально, так сказать. Завтра Рождество, мы его сегодня отметили. На улице вот жара, иду раздетая. Катюшка, он бур. Тащит сани, палатку даже не раскрывали. Решили сейчас... О, кто-то жарит корешку. Под берегом там мелкую корешку ловит, мизинец. Вот сейчас хотим посидеть там часик. Правда, снастей особо нету, потому что ехали на селедку. Ну, посидим часик. Время уже 2:30. Вот. Посидим, может, что словим. Да, поедем счастливы домой. Все, у нас режим ожидания зубаря включен. Пару недель и надеемся уже выйти. Фух, на лед. Пересели под берег. О, на один крючок сразу 2 клюнуло. Вот такая вот мелкая. Это салатушка местная. Ну, вот малородка попадается. Прям подо льдом. Угу. 50 метров от берега. Ну вот. Катюшка там что-то машет. О, как раз малородочка клюнула. Ловлю на хайбусу бирюзовое спешл.
новенькие такие, новиночки. Прям под берегом вот. И малородка, и чека. Солотатя с рыбками разговаривают. Я с вами, телезрители. Кто с кем? Дома, с тобой, на улице, на рыбалке с рыбой. Там ходят, можно ходить. Ну вот. Такие вот мелкие. Вот эти более-менее крупненькие. 4 штучки. Эти вот. С мизиночки. Такие вот. В масло их кидаешь. Фришечки вкусные получаются. Конечно, можно. Полчасика посидели. Вот тут вот в кучке, чтобы вы понимали, тут 51 штука. Вот такая вот. Не знаю, кто-то ее чуку называет. Я не знаю, это озерная вообще салатушка как-то местная. И вот малороточки, 13 штук. Как на измене, в принципе. Вот так вот. Так, 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 Катя тут. Я тут не знаю, за какую удочку. Давай, что-нибудь вытащи уже. У нее тоже. У тебя тоже тут штук 40. Там у меня такая же примерно кучка. О. Мизинчик. Меньше мизинчик. Ну. Ой, уносит уже. Все. Поднялся ветерок. Сейчас посидим чуть, да поедем домой. В общем, сборы домой. Вот таких вот штук 16 вот тут. Чуть поменьше. И вот этих вот. Семечек, штук 70 тут. В общем, все, день прошел отлично. Покушали, позагорали и домой отдыхать. Счастливые сегодняшним солнечным днем. Топаем домой. Отдых вообще прошел шикарно. Вон там банан стоит. Короче, бураны берут 1400 до второго мыса, катает народ, где селедка ловится. Всем доброе утро. И снова что-то пошло не так. И я на рыбалке. И сегодня вот с девчоночками. Настюшка там крилем машет. Катюшка удочками машет. Все прекрасно, погода, огонь, настроение, огонь. Всех с Рождеством. Точно, всех с Рождеством. Надеюсь, рыба еще подъедет. Да, вот сидим тут полтора часика, тут штук 20 поймали. Народу в нашем месте, где мы встали, не так много. Но еще приезжают, прибывают. Тут вот такая красота. На улице тепло. Вокруг народ прибавился. Мы тут уже стол накрыли. Тут вот у меня кучка тут 35 штучек. Тут тоже 30-ка. 32, да, даже. Там что-то Настюшка у нас тоже ловит, не половит. Ловит, не половит. Да, ну потому что с термосом. А у нас это вот. А у нас вот нормальный такой это. С Рождество. Так. Юля, спасибо тебе отдельно вот за этот напиток. Чудесный. Чудесный. 45 градусов, душу греет. Меня на санях повезут обратно. Да, вот рыбалка по-сахалински. Нормально все. Нарыбачились. На рождественнились, нарыбачились. Ну, вы поняли, да? Как бы пить еще не пили толком, а уже все. А уже хорошо. У нее вон там лабиринтики. А? Вот так вот. Из рыбы написали, рыбы нет. Ее здесь нет, да, что-то уже час сидим, вообще поклевки перестали. Там уже подходили, хотели купить рыбы. Кто-то вообще по одну-две штуки поймал, так что мы еще сегодня вот тут нормально так цепанули. Как у вас настроение? Настроение вообще класс. Огонь просто. Погода супер. Погода? Рыбы нет. Погода супер, настоечка супер. Ой, настроение супер.
Рыба была вчера и завтра. Рыба будет завтра, когда мы завтра будем дома. Ну, а не знаю. Работе, а да? Вдруг вы будете не дома? Нет, я завтра отдыхаю. А, ты отдыхаешь завтра? Да. Значит... Вот такую бельюгу поймала, огромную. О, сейчас, подожди, не дергай, а то она крючок оторвет сразу. Все. Матушка Роща. Что, блин? Матушка Роща, что это такое? Катя, это твой улов. Фу, блядь, день ее куда-нибудь, не в мою ломку, не в мою куда-нибудь ее. Такая вот бельюга здоровая. Вот, у меня тут сапоги. А там рыбу в добрые руки. Бельдюга! Здрасте! Здрасте! Рыбы нет и не было, и завтра, и послезавтра не будет. Вот так вы слышали, время 3 часа дня. Как-то сегодня не очень с уловчиком, в общем. Не, ну все равно нормально. Ну хорошо, да, у кого-то даже меньше было, чем у нас улова, поэтому... 50 штучек нормально, на жалёшке хватит. Да, полденечек там лежит. В общем... День прошел хорошо, точнее два подряд, поэтому всех с Рождеством! Всего хорошего! И всего хорошего! Пока-пока!